Эда Туркела и Матиас Верслус. Ну, она из Хельсинки, а он вообще-то уроженец Швейцарии. В итоге сейчас перешли в танцы, и вот уже третий совместный сезон проводят. Интересный выбор музыки. Коко Шанель, Александр Деспла. Потом танго Верана Партена, знаменитая танго Пьяццолы, но не в исполнении Марио и Даниэла Цейларо. И в конце еще будет фламенко. Вот это как раз Верана Партена пошло. Фламенко. Они отыграли характер, особенно фламенко. Это прямо их конек. Очень понравилась мне такая динамичная, красивая, мощная поддержка в самом конце программы. Маурицио Маргалио. Да. А мне кажется, еще очень удачная постановка. Очень профессиональная. Очень им идет. Да.